Друзья, всем привет! Хочу вам сказать, что я раскрыл секрет, как передается коронавирус. Хочу с вами со всеми поделиться, чтобы вы знали. Будьте внимательны и аккуратны. Коронавирус передается через арбуз. Смотрите, вот так выглядит арбуз, который болеет коронавирусом. Вот, видите? То есть, а снаружи он выглядит вот так, но когда вы его открываете, он выглядит вот так. Вот не ешьте. Это коронавирус. Да, Ивоська? Вкусный? Вкусный, как не парадоксально. А при этом арбуз вкусный. Но что-то с ним пошло не так. Все. Теперь вы в курсе.